В Нефтеюганске появится новый детский сад. Инвестор реконструирует старое здание дошкольного учреждения, а потом будет оказывать в нем образовательные услуги. Сегодня в правительстве Югры подписали концессионное соглашение глава Нефтеюганска и частный инвестор. Старое здание до 2020 года капитально отремонтируют. Помимо косметических изменений, здесь появится приточно-вытяжная вентиляция и новейшее оборудование. По сути, в городском здании будет работать частный детский сад. Правда, родители будут платить по тому же тарифу, что и в муниципальных учреждениях. Отмечу, в новый детский сад будет ходить больше 600 малышей, а работать с ними будут около сотни педагогов. Планируется создание первого детского дошкольного, скажем так, кванториума. То есть мы не берем фирменное название, то есть мы берем общий смысл. То есть 26 направлений дополнительного образования для детей, которые будут включать в себя и раннее развитие, и робототехнику, и экологию. Очень много направлений, включая те направления, которые идут для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей с аутизмом. В чем уникальность проекта? Этот проект сделан без бюджетных средств. Без бюджетных финансовых затрат, да, то есть мы не вкладываем ни деньги города, ни деньги округа именно на создание этого объекта как такового. Вот мы считаем, что здесь вот самое главное, что инвестор у нас социально ответственный, и он не только создает этот объект, но и делает его выгодным и для жителей, и для муниципалитета, и для самого себя. Это первый опыт такого привлечения частного инвестора в создание образовательных центров в Югре. Кстати, благодаря частным вложениям в округе планируют создать около 40 детских садов и школ в крупных городах Югры – в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.